грязь, пол грязный, все погрязное. Мы проводим конкурсные процедуры, ищем предпринимателей, которые готовы осуществлять перевозки граждан на автобусах среднего и большого класса. Комфортабельные автобусы типа МАЗа, ЛиАЗа. Такие автобусы мы требуем с предпринимателей для осуществления перевозок в городе. Нужны ли такие встречи горожанам? Есть ли это для чего? Обязательно нужны. Просто интересный проект. Когда жители сплочаются, болеют за свои территории, поверьте, у этих жителей условия будут созданы гораздо быстрее.